Матч основного состава с московским «Динамо» закончился боевой ничьей 0-0. И мне казалось, что первого тайм основным составом мы сыграли 0-0. И мне верилось в том, что когда мы выйдем против чемпионов Дании, тот запал, который и те эмоции, которые были в первом тайме с московским «Динамо», они будут и здесь. Поэтому, в принципе, ожидать невозможно было, поскольку это первый матч после достаточно больших нагрузок, которые проходим, после очень жаркого климата, где сочетается жара и влажность. Поэтому я действительно рад, что мы сыграли и выиграли 3-1. Сказать, что я ожидал, не могу, но тем приятнее эта победа. Ну, вы обратили внимание на то, что основной состав с хорошим боевым настроем выходил на игру с «Динамо». Но сегодня так получилось, что во втором тайме мы добыли победу. И есть ли в этом закономерность? Конечно, закономерность. Первый тайм Бали пропустил игрока и забил в ответной контратаке. В матче с «Динамо» Москвы Изотов привез пенальти. Сегодня он его заработал. Поэтому Бог вернул все. И я считаю, что показал, что мы идем на правильном пути, потому что последний матч забил наш молодой игрок. Значит, все будет нормально.